Кубка дивизиона «Народ», в котором встречается «Атлетика» 1998 «Запад» и «Профутбол» «Юго-Запад». Сегодня финальный день финальных матчей. И сегодня мы, надеюсь, увидим тот футбол, который вот подобает, собственно говоря, финальным матчам. Сегодня у станка Михаил Меркулов и Илья Лукьянов. Ну и на газоне «Атлетика» 1998 «Профутбол». Да, действительно, смотри, Миш, добрый день, уважаемые любители футбола, во-первых. Во-вторых, мы уже практически в преддверии продолжения сезона, это очень радует. Болельщики профутбола действительно заполнили практически трибуны здесь. Вернадский парк, именно здесь, на этом стадионе, у нас летний кубок весь проводится. Ну и вот начинаем мы с народа, начинаем мы как раз-таки с, как еще раз Михаил сказал, да, с «Атлетики» и с команды «Профут». Ну, протоколы мы сейчас буквально ждем через несколько минут, потому что, собственно говоря, первый финал Максим Киселев, который, во-первых, отправил нас, да, с тобой, Илья, сюда. На комментаторскую позицию, а не на... Да, на комментаторскую позицию, а не вперед, потому что «Атлетика» в полуфинале обыграл как раз «Барс» по пенальти, за основное время закончилось 1-1. Но об этом мы еще поговорим, вспомним эти матчи. Ну, такое вот, мне кажется, футбольное волнение в любом случае оно присутствует, обоих команд, потому что, во-первых, по составам видно, что команды сегодня готовы. Готовы к тому, чтобы взять свой трофей. Как-никак, количество людей в заявке, да, оно говорит о том, что, в принципе, ну, ребята все постарались отложить свои дела, ну и как раз сегодня, именно сегодня, да, собраться в оптимальных составах. Конечно, вот как Максим Киселев там мне не говорил, да, в нашей медиагруппе, что у него там 5 человек с крестами, 3 на травме и так далее, да, ну, вы сам посмотрите. Вот уже Илюха, да, на первой минуте, может, здесь опасный момент, и посмотри там, да, как на дальней штанге, неплохой прострел-то прошел, и 19-й номер про футбола у нас, это Игорь Кабаков был сейчас в центре этого эпизода. Ну и мог, кстати, вот действительно на первых секундах практически уже выйти вперед своей команде. Давай еще также двух главных лиц представим. Главный арбитр у нас Денис Никонов, и на резерве ему помогает Михаил Перш. Такая бригада, ну, судей. Кстати говоря, Михаил Михайлович тоже, да, должен был сегодня оказаться здесь, на этой комментаторской позиции. Но и мы все-таки будем топить сегодня чуть больше за «Атлетика». Ну, да простят нас зрители, кто болеет за профутбол. Как раз вот я к чему, да, к тому, что Михаил Михайлович должен был здесь разбавить нашу с тобой картину. И западную, да, да. Да, западную коалицию, да, и топить именно за «Юго-Запад». Но вот сегодня он как раз будет судить правосудие и быть очень беспристрастным. Михаил Пешин сейчас на резерве, но ждет его через несколько часов основной финал «Элиты». Да, ну смотри, здесь как опасно! Удар в ближний угол! Ну и здесь голкипер «Атлетики» действительно очень здорово играет и выручает сейчас свою команду. Вообще, Миша, я думаю, ты сам заметил, вот на этих полуфиналах, да, и вот уже в финале голкиперы включились, ну, просто по максимуму. Особенно вот вчера, там, например, матче, как о своем вечернем, Локтионов, да, как тащил, сколько. Вот. И также в матче как раз-таки в полуфинальном там с Успенской шальной, и также голкиперы очень здорово себя показывают. Если проводить этот параллель про голкиперы, вообще надо отметить, напомнить, что была большая пауза, да, и все-таки турнир у нас как-никак подготовительный, да, и футболисты как раз могут быть не в тонусе, а сейчас уже, подходя к финальному матчу, могут быть совсем истощены, и поэтому как раз голкиперы в таких моментах обязаны помогать своим вратарям и полевым игрокам, прошу прощения, да, и, наверное, мастерство голкиперов
голкиперов в финальных решающих матчах оно будет выходить на первый план. Ну, давай, собственно говоря, по составам, да, номинальные гости. Это футболисты про футбол Юго-Запад. Давай, наверное, и тебе слово. Да, вот сейчас давай тут коротенькую атаку их досмотрим. Собственно, на так оппозиционной территории, поэтому дают они, да. Мне возможно, так Лардов, Федотов номер один. Здесь такой три защитников справнали. Сергей Тельнов, 22 номер. Тем временем еще одна атака. Удар какой неплохой получается сейчас у футболиста Атлетики. Так мяч практически опустился в ближнюю девятку. И вроде бы как Федотов этот момент контролировал, но все равно очень опасно был сейчас. Это... Мы не успеем, так сказать, составы, конечно, потому что будут уже скоро замены могут пойти, поэтому давай срочно. Да, последний защитник Павел Соловьев под номером 15. Справа Павел Александр Куконос под номером 16. Трио полузащитников Эдуард Шары, номер 32 слева. Сергей Черногаев, номер 2 в центральной зоне. Виталий Горобец, номер 25 справа в полузащите. И Игорь Кабаков, номер 19 там впереди. После этого эпизода скажу состав Атлетико и гол! Не дают нам, да, сказать. Ну и вот и Павел Соловьев. Павел Соловьев принимает здесь мяч в центре на своей позиции и с левой ноги кладет мяч туда, в дальний нижний угол. Да, дали возможность Соловьеву принять мяч, войти в свободную зону и... Пробитие точно в дальний угол. Ну, состав Атлетика давай назову. В воротах Юрий Капитонов, номер 33. Справа Вадим Воронов, номер 44. В центре Денис Царев, номер 85. Слева Даниэль Махов, номер 90. Полузащита. Справа Булат Калижанов, номер 4. В центре Денис Варков, номер 2. Вадим Абакумов, номер 78. И на острие атаки под номером 10 Борис Махоткин. Ну, под капитан команды Максим Киселев, разумеется, он сам себя главный тренер же он и капитан, он и себя представитель, оставил, да, и представитель, он оставил себя на скамейке запасных. Ну, так было, в принципе, и во всех таких матчах на вылетах, на вылеты так было и в полуфинале с Барсом. Кстати говоря, с Барсом было что-то похожее на человека Калижанов, брат Тимура Гейслера. Булат наносил этот удар. Вот Атлетика так подбирается тоже к воротам про футбол. Но вот похожее начало было и в матче против Барса, когда Барс забивает быстрый мяч и, казалось бы, вроде вводил инициативу, но Атлетика, что отличает на этом, ну, как на этом турнире это точно, так это умение именно терпеть и не сыпаться, да, казалось бы. Вот здесь Атлетика вроде проседает. Да, несколько выпускает нити, да, игры. Да, все. Но все-таки держится и доводит все в свою пользу. Замены у нас... Да, под этот штрафной как раз. А замена у Атлетики. Максим Киселев здесь, я понимаю, одному футболиста, да, меняет. Александр под, Рябов, да. Под 11 номером, да, появляется. И штрафной удар в исполнении Дениса Верхов. Разбег, удар. Ну, мяч полетел... Неплохо, но все-таки такой плотный был удар, но несколько метров все-таки от ворот. Да, и вот здесь вот мы уже видим первые потери, да, у Атлетики. Вот действительно, что потянул там футболист этой команды. Даниэль Махов, это, да, кстати говоря, бывший игрок ФКСП, на которого Максим Киселев возлагает всегда очень большие надежды. Но если вот он не сможет все-таки продолжить игру, то он, надо сказать, что это будет большая потеря для футболистов Атлетика. Ну, кстати говоря, на трибунах сегодня достаточно много народу. Раз, и вот я вижу, что много болельщиков именно юго-западного профутбола. И болельщики даже пришли с флагами. И вот, да, я думаю, что в ближайшее время мы услышим еще и их голосовую поддержку. Да, но тем временем все-таки, да, вот ну, достаточно быстрый гол. Все-таки профутбол забили, Атлетика дальше начали более-менее мяч контролировать, да, уже начали нагнетать там у штрафной как раз
Федотова. Ну вот снова. Снова вот здесь в центре очень много дают пространства, на самом деле, Гравцу, хотя вот он сваливается со своего правого фланга сюда в центр, но все равно почему-то его никто не встречает. И вот Соловьев опять под левый мяч, и 1-1, и ну, мимо. Мимо, посмотри, как, я не знаю, как назвать, несколько расхлябан совсем сейчас футболисты Атлетики стоят. Именно что стоят рядом со своими соперниками. Должен был сейчас Кабаков, ну, по-хорошему, удваивать счет в матче, но все-таки отскакивает, ну, называть вещи своими именами. Сейчас Атлетика. Ну, вообще, наверное, надо сказать, что про футбол-то поинтереснее смотрятся эти минуты. Ну и состав у футболистов Юга Запада очень-очень даже хороший. Например, вот Сергей Телков, который сейчас играет на месте последнего защитника, так на секундочку обладатель Лиги Чемпионов в составе Северо-Западного Кристалла, который играл на высоком, достаточно высоком уровне на разных чемпионатах России, даже в свое время за Барс Телков. Да, ну немножко. Совсем, ну, на по-моему чемпионатах он, да, на чемпионат России или Кубок России, который проводился в Москве, да, играл. Тот же Куканов сыграл. Все это есть люди, которые, собственно, поиграли, поэтому состав у профутбола-то очень-очень опытный. Здесь должен Галкипер играть. Очень здорово. И смотри, мяч принимает сразу в атаку. Отдает. Ну и снова сейчас совсем глубоко футболисты Атлетики сели на свою половину поля. Ну, наверное, можно было предположить, да, что Атлетика будет действовать вторым номером. Здесь, наверное, ничего удивительного нет. Все-таки Максим Чистов, наверное, понимает силу своей команды, да, ту модель игры он принимает, которая больше всего подходит и которая дает на результат. А здесь штанга! Ничего себе, там и чуть Калежанова после этой штанги в нокаут она не отправила. Опять, посмотри, опять Соловьев, опять его левая нога. Ну вот очень близок к профутболу ко второму забитому мячу, и вот все ближе к этому мы можно показать. Опасно. И вновь первая на мяче футболиста профутбола. Ну, пока и по моментам, да, наверное, счет должен был быть 2-3-0 уже. Это, 2, да, ну, 2-100%, да, профутбол должны были забить. Да, и вот здесь вот, конечно, такие моменты, если вот сейчас несколько Атлетика затянет свой такой футбол, вот такие моменты иногда аукаются командам. Да, ну и сейчас смотри, про футбол тоже важно забить, вот это сделать себе комфортное преимущество, потому что тогда Атлетика надо будет раскрываться, и здесь уже будет проще на юго-западной команде. А в случае, если вот сейчас дать возможность Атлетика прийти в себя, да, то сейчас уже неизвестно, как поведет уже себя профутбол, потому что пока профутбол все-таки действует с первым номером, да, и действует позиции силы. И вот здесь, смотри, опять один Соловьев здесь в центре. Посмотри, как, ну, вот как с нашей позиции, так несколько довольно легко футболисты профутбола этот мяч катают между своими соперниками. Ну, подача вот, на дальнюю. Посмотри, Рябов сейчас держится за ногу. Ну вот, ты знаешь, такой момент сейчас был, Рябов обозначил, да, ну надо обозначить хотя бы судье момент, что у тебя травма, обозначить о том, что упади, да, чтобы выбили мяч, никто не видит, Рябов держится за ногу, видит только партнеры, и понимаешь, а если бы сейчас футболисты профутбол не заметили этот момент, или был опасный момент, да, мог кто-то выдвинулся в центр. Конечно. А как бы человек-то помощи не просит. Еще один удар. Здесь еще одно спасение. Голкипер Атлетики. Ну, посмотри, здесь и с левой ноги там Соловьев заряжает. Сейчас уже с правой. Ну, сейчас только происходит замена Рябова. Но вот ты знаешь, вот, наверное, все-таки, да, почему, может быть, там некоторые не играют там, допустим, в дивизионе элите. Да, вот из таких футбольных, допустим, хитростей, да, когда вот здесь сейчас ты обозначил, просто встал, а профутбол мог забить 2-0 и все. Конечно, вместо того, чтобы там, ну, да, сесть на газон и поднять руку и просить там резервного. Либо тогда доиграть, понимаешь, конечно, а не просто встать и держаться за ногу, потому что ни свистка, ничего не было. Ну, конечно, горячо, очень горячо ворот Юрия Капитонова. И, конечно, Атлетике сейчас надо держаться, чего говорить. Да, пока здесь все-таки по итогам прошедшего времени здесь главное преимущество все-таки профутбола. Еще один удар, но здесь попадает своего. По-моему,
А, да. Так и есть мяч Кубакова здесь сзади. Прилетает. Какие выходы из ситуации у Атлетики? Ну, может быть, постараться несколько мяч здесь подержать. Во-первых, просто за него зацепиться. Но только не так. Только не так. Ну и плюс интересно, что Капитонов мячей из штрафной не выбивает, а ему помогает в этом Лежан. Немножко успокоился. Сейчас игра. И в первую очередь Атлетике, конечно, надо поддержать этот мяч. Может быть, покатать, успокоиться, да, не нервничать. Потому что слишком уж опасно атакуют футболисты в белых футболках. Почти половина тайма у нас сыграна, без двух минут. Напомню, впереди про футбол со счетом 1-0. Еще одна подача, это штрафную, капитан здесь спокойно, ну, впереди, мяч забирает, а вот куда его вести? Быстро, здесь и достаточно высоко прессингуют футболисты профутбола, есть скорость, есть контратака, пас в середину, удар, и гол! И вот он, рикошет небольшой, да, потому что удар-то, ну, будем прямо говорить, не получился. Ну, здесь, конечно, Махоткин красавец, он убежал от Телкова, просто как формула. Как болит Формула-1 от Запорожца, да, от Запорожца, и сделал нацеленную передачу, да, помог рикошет, ну, все здорово. Ну, кстати, и гол-то похожий, как в полуфинале, опять же, параллель проводим, да, тоже было по правому флангу. Атака, тоже прострел, да, и главное, что там-то футболист находится в нужной точке, куда знает, куда последует атака. Это Николай Кутурин, номер 13, замыкает, да, вроде бы не сильно, молодец, да, пробил Кутурин, но точно, да, помог рикошет, но это уже второстепенно, все-таки он нацеленно бил. И вот здесь какая проникающая передача в штрафную, Капитонов здорово играет уже в своей вратарской. Посмотри, как эта передача прошла мимо, ну, не знаю, наверное, пятерых соперников. Знаешь, вот... Сейчас, после этого эпизода, да, продолжим мысль. Соловьев там слева совсем один, есть его партнер, но передача, конечно, дальше, вторая. Ты знаешь, вот футбольное правило, да, сработало, несколько моментов железных было у профутбола, а в результате Атлетика, по сути, один раз подошло к чужим воротам и забило гол. Знаешь, вот я вспоминаю сейчас вчерашний полуфинал «Феникс-9» против «Аминио», где, ну, вообще железные моменты просто не забивает «Феникс-9» при счете 1-0. Столько растратили моментов «Феникс-9». Вчера... Ты понимаешь, и на самом деле, вот будь у «Аминио» скамейка чуть-чуть подлиннее, мне кажется, да, что могли переломить и забить, понимаешь? И если бы, вот я был, если бы «Аминио» забил, сравнял, я вообще был бы не удивлен. Да, абсолютно, но... потому что, ну, как бы, счет 2-0, да, но второй гол-то забили с пенальти уже там на 60-й минуте. Да. Поэтому, а так вся игра 1-0, и здесь действительно вот скамейка также может решить. Ну, финал есть финал, сегодня может случиться все, что угодно, это одна игра, понятно, что сил уже не так много, но преимущество все-таки команд из дивизиона «Народ» в том, что матчи полуфинальные проходили на прошлой неделе, и была целая неделя на то, чтобы подготовиться раз, и то, что они вчера не играли, то есть одна игра за выходные, да, это большое подспорье. К финалу точно все накопили силы, ну, сейчас давайте мы продолжим после вот этого штрафного. Двойка игроков здесь про футбола. Ну и прямой удар последовал. Ну, капитан все видел и свой ближний угол, ближнюю девятку спокойно контролировал и видел, что это аут. Наносил удар Сергей Черногаев. Так активен он тоже. Впереди постоянно угрожает чужим воротам, но вот точности пока не хватает, а это фол, конечно, конечно. И очень опасный, кстати, да, посмотри, прям практически по центру. Неплохо сейчас включился эпизод и игрок Атлетики. Вадим Абакумов здесь решился на такой экспромт из финтов и не прогадал. В принципе, хорошая точка для удара. Да, здесь снова конкурентов нету.
Денис Верхов мяча. Ну, суть потому, что он один, наверное, будет прямой удар. Ну, из логики того, как стоит мяч, наверное, логично будет, что будет именно прямой удар. Верхов, разбег, удар. И Стенко принимает на себя удар. Черногаев как раз... Попал на и опять рикошет, и Царев! Подкараулил этот момент, подкараулил этот отскок. И сейчас уже все на скамейке атлетики забывают, что, возможно, там мяч в руку попал, когда игроки там в стенке стояли. Но здесь надо повтор будет посмотреть. Ну, а это уже попахивает камбэком, потому что Денис Царев, который в свое время еще футбольный клуб Москва, когда играл, он играл и в нападении, понимаешь? И был очень хорош. И вот сейчас Киселев его передвигает в оборону, но он в экстренных случаях он передвигается вперед. Сейчас как раз сыграл как заправский нападающий, подобедал, отскок на опыте, прочувствовал, где надо оказаться, и выводит Атлетика вперед. 2-1. Ну что ж, вот и включается наконец-таки поддержка профутбола. Верят они в команду. Еще играть, конечно, очень много. Вот о чем мы говорили, казалось бы, профутбол владел инициативой, создавал момент за моментом, но в результате Атлетика ведет 2-1. Да, но все-таки, да, извини, Миша, все-таки в футболе мало создавать моментов, да, надо все-таки с этих моментов еще и забивать. Ну да, тем футбол и прекрасен, да, что одна команда может переигрывать по передачам другую, но не забить, а пропустить и проиграть матч, чемпионат или все что угодно. Конечно, но тем временем все равно профутбол теперь включается по штрафную Капитонов. Фу, здорово. А сейчас уже эмоциональное состояние как раз в стороне Атлетика. Они два забили, можно свою излюбленную игру играть, но вот сейчас нарушение, конечно. Да, ну вот и Абакумова все-таки там опередил Кабаков. Затянул, честно говоря, Абакумов, да, с передачи. Можно было бы в таких эпизодах, в данном эпизоде сыграть попроще и делать сразу длинную передачу, да, не чураться. А сейчас опасный штрафной, у мяча Павел Соловьев. Да, вот с его левой ногой, которую он уже, да, и забил гол, и очень хорошо там второй раз бил штанга. Смотри, это будет шведа, Миш, или это будет правый? А может быть просто... Прямой удар, а вот рикошет уже не на стороне белых. Да, ну и посмотри, Соловьеву, в принципе, вообще, наверное, все равно, с какой ноги, с ноги бить. И слева, и справа. Ну, когда все-таки, да, так разогрело сегодня в Москве, тут градусов где-то 20-28, так достаточно жарко на поле. Ну и по тем событиям, которые проходят, так можно подтвердить. Ну и профутбол переходит в позицион. Атаку. Китарев. Хорошая передача и ух. Ну вот опять прощаю, да? Футболисты про футбол, по-моему, до этого уже точно такой же момент был, да, только там ногой футболист пробивал. Эдуард Шар это был, все делал-то правильно, бил в противоход и взлетел над газоном практически как Криштиану Роналдо по высоте, но вот точности не хватило, Да, вот и о чем, кстати, Миш, с тобой, собственно, и говорим в первом тайме. Да, вот нужно очень четко относиться к своим моментам. Потом, Илья, вспоминай, да, что было 5 моментов, 5 не забили, да, пустые, да. Не пустые, да. А какая разница, если трофей у соперника? Да, да. Поэтому нужно включаться в профутбол именно в этих компонентах. Здесь нужно очень ответственно. Да, подходите к эпизоду. Черногаев же, конечно, был. Я назвал Чеботарем, прошу прощения, да. Сергей Черногаев. Был в одном из эпизодов, принимал сейчас мяч. Соловьев направо. Неплохо. И удар в ближний. Ну, и здесь такой удар совсем не опасный. И Крижанов его на угловой перевод. Грабец сейчас был в центре этого эпизода. Ну, и у нас... будет угловой. А Черногаев идет исполнять этот угловой. Подача! Охоткин.
Остается мяч в поле. Да, действительно, остается. Успеет там Абакумов. Ну, практически успел. Вот это финал, когда катится, да, когда до последнего вздоха футболисты играют за каждый мяч. Вот это интересно, вот это хорошо, вот это финал. Выходит в первый матч Дмитрий Гуртовой под номером 7, тоже небезызвестный на Западе. Много играл за Мегаполис Максима Кольчука, играл достаточно успешно. Но вот по разным скитаниям сейчас оказался в дубле у Максима Киселева в Атлетико. Но все-таки с Запада, да. Далеко не ушел. Кстати, да, интересный момент в том, что у нас команды, что Атлетика, что Профутбол, имеют дубль у себя. Да, ну и если вот Атлетика у нас в первом дивизионе выступает на Западе, а вот Профутбол имеет дубль, но только у себя во втором дивизионе, и сами играют также во втором дивизионе. То есть в двух разных дивизионах есть два Профутбола. Ну, я так понимаю, что дубль не имеет, наверное, там все-таки больше такие, ну, поддержать форму, конечно, возможно, без задач, да, а все-таки основной Профутбол, ну, судя по составу, по опыту футболистов, наверное, может претендовать нечто на большее, нежели играть просто во втором дивизионе. Да, неплохое прошлое сейчас Михаил Першин, резервный судья, продемонстрировал идеально сейчас мяч отразил, который прям четко у него летел. И аут здесь в пользу Профутбола. Ну смотри, потихонечку близится к завершению первого тайма. Мы уже увидели 3 забитых мяча. Честно говоря, я даже не удивлюсь, если сегодня мы увидим серию пенальти. Все, что угодно может случиться. Тем более это финал. Да, кстати, надо отметить, что обе эти команды, а также что у них схожесть, да, обе они прошли в финальной стадии через серию пенальти. И обе команды вытащили свои матчи в самых концовках. Соловьев, после этого эпизода расскажем, как же двигались они. Да, вот сейчас досмотрим атаку Профутбола. Снова тут небольшие изменения будут сейчас у Максима Киселева. Даниэль Махов. Все-таки возвращается. Миш, Даниэль. Бакумов пойдет отдохнуть. Вот посмотрим, да, как Махов в эту игру. Вот и может удар будет, нет, Капитонов. Капитонов пока на самом деле герой этого матча и, наверное, пока что лучший игрок у Атлетики. Да, сейчас действительно был удар-то зрячий. А вот это контратака Махоткин. Надо действовать самому, наверное, сейчас. Да, ну смотри, вот Атлетика так вроде бы и садится на свою половину поля, да, но как остро контратаку. Царь просто так не даст, а вот здесь желтая. Ну здесь 100% желтая, сейчас, конечно, будут кричать, что это должна быть красная. Но здесь точно желтая карточка, потому что там еще один был защитник. Ну вот подсказывают, что перед мячом, но желтая карточка, поэтому в любом случае будет по свистку водиться, поэтому можно и не вставать даже. Желтая карточка, поэтому да, здесь можно не спешить, в любом случае будет... Но как здорово пропустил между ног Черногаев, да, Миша? Ну и как он, я не знаю, он сзади почувствовал, что точно в таком же положении Царев находится, да, что мяч ему туда прошел. Ну, по идее, в таких моментах обычно в выигрышном положении защитник, потому что он лицом, он может сыграть, поддержать, но здесь все-таки немножечко за счет габаритов Черногаев сыграл чуть лучше. Смотрим, розыгрыш, может быть опасно. Пауза сказал. Грабец, по-моему, да, сейчас удар наносил. Хороший розыгрыш, на самом деле. Вот здесь действительно море моментов, да, которые можем вспомнить, создали Профутбол, да, а счет в пользу Атлетики. Вот про эпизод с желтой карточкой, наверное, единственное верное решение принял все-таки Царев, когда уже понимал, что уходит Черногаев и нужно фалить, но теперь Царев на желтой карточке, поэтому надо действовать еще более внимательно. А здесь уже Телков разряжает обстановку попроще, и из-за боковой футболисты Атлетика будут водить. Крижанов то не спеша идет в тенечек под трибуны. Самый хороший фланг сейчас, да, ему как раз поработать и, в принципе, в
Тиньке. По штрафную, но здесь абсолютно никого, кроме игроков профутбол. Еще одна попытка. Гуртовой неудачно. Соловьев первый на подборе. Разбежались вроде бы все. Черногаев здесь неплохо мяч получает. И вот она, ответная передача туда направо. Удар. Успел. Успел и здорово сыграл Рябов. Да, сейчас. Кстати, Рябов тоже только вышел. Как раз силеночки есть. И успел накрыть удар. Так-то вроде неплохо. Черногаев там прикладывался к этому мячу, но вот сейчас вопрос судье, потому что показалось ему, что Рябов блокировал, но с нарушением правил, с накладкой. Ну, как это, какой-то сумбур. Сумбур. Сейчас какой-то пинбур, я бы даже назвал, в штрафной площади Атлетики. Но благо все вот эти отскоки были именно в пользу черно-белых. Максим Киселев со своими первыми подсказами своей команде. Гуртовой. Зацепиться, да, надо. Сейчас, как раз вот сейчас уже время действовать на Атлетика. На чужой половине поля можно не спешить, можно придержать и нужно придержать мячик, чтобы не пропустить именно контратаку. Я вообще так особо не помню, чтобы много контратак Атлетика пропускала. Да, ну вот успевают они хорошо так всем составом на свою половину возвращаться. Опа, вперед. Бежит здесь Соловьев. Неплохо здесь один в один с ним. Игрок Атлетики, можно игру продолжать, пас в центр. А будет ли удар? Ну вот только сейчас. Давай, 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 Гур, давай! Дал побороться. Сейчас Никонов. Ну и действительно правильно. Правильно. Ну и мне всегда, кстати, симпатизируют судьи, которые всегда дают побороться. Ну, знаешь, атака совсем один там на левом фланге. Игрок профутбола, по-моему, в руку мяч попал. Но мяч остался у игроков Атлетики, поэтому игру можно здорово продолжать. Сейчас держит мяч. И на Гуртового, Калижанов. Здорово сейчас вышли. Несколько передач хороших, да. И все, основное время, по-моему, закончилось матча, да, идет. Ну и правильно, конечно, не надо никуда торопиться. Можно этот тайм. И нужно завершать там. Где-то в атаке. Ну и напомню, да, плюс один. Пока что Атлетики. Я имею в виду плюс один в забитых голах. Подсказка, Михаил Першин, минутка была добавлена, это значит, что уже совсем немножко осталось. 2-1, пока впереди Атлетика, ну, думаю, что если так все и закончится, то нас ждет просто потрясающий второй тайм. Хорошая стенка, уже кричат футболисты Атлетики, свисти главному арбитру. Ну вот, собственно, свисток и прозвучал. Первые 30 минут, минимальное преимущество команды Атлетика, 2-1, идем на перерыв, отдыхаем. We'll be right back.
Итак, продолжаем. Продолжаем мы. Второй тайм, финал летнего кубка. Впереди Атлетика, значит, 2-1. Максим Киселев все разминается, но я сомневаюсь, конечно, что он на поле появится. Здесь он больше руководит сборовки. Ну и, как мне показалось, Миша достаточно спокойно провели сейчас этот перерыв команды. Более чем. Команды поговорили. Ну, во-первых, счет настолько на маленький разрыв, я имею в виду, да, что паниковать еще рано, еще 30 минут, и может случиться все, что угодно. Про футбол, как и в первом тайме, начинает второй тайм тоже с владения, с позиционных атак. Но вот что мы от завершения реализации моментов. Да, ну и как мне еще кажется, Миш, да, хоть и про футбол пропустили два мяча, вот Владислав Федотов вообще без работы практически находится на позиции вратарскую про футбол. Казалось бы, да, а еще 2-1 Атлетика ведет. Илья, давай с тобой по составам, наверное. Да, можно напомнить, кто у нас играет. Ну, давай я вот уже начал, да, про голкипера. Про футбол номер один, здесь тройка. Сейчас тут атаку пробуем. Да, смотрим. Атлетики неплохо там набирает и будет угловой. Будет угловой. И здесь мало, я так понимаю, чем футболисты профутбола поменялись. Там Телков 22-й слева, Соловьев 15-й в центре поля, Куханов 16-й справа, Шары 32-й слева в полузащите, Черногай 2-й поля, правее Горобец 25-й и впереди Кабаков 19-й. Атлетика, сейчас я по номерам попробую, сейчас немножко разбросаны футболисты, потому что был угловой, и здесь Царев оказывается на газоне, ну, конечно же, такие не будут свистеть еще в финальном матче. Царев, ну, да, вратарь подталкивал, но там надо толкнуть так, чтобы, конечно, вопросов вообще не было ни у кого. ВАР показывает, что все правильно. Арбитр поступает, но, конечно, не будет он свистеть в финальных матчах такие эпизод. Ну что, это эпизод, точно, да. Не пенальти. Это точно не пенальти, да, мы сходимся, и мы посмотрели повтор, конечно, да. Никонов здесь отработал хорошо, Атлетика. Юрий Капитонов, номер 33, который просто чудеса творил в первом тайме. Последний центральный защитник Денис Царев, номер 85, автор пока победного мяча в составе Атлетика. Справа Булат Калижанов, номер 4. Слева, по идее, должен быть Денис, номер 44, так, потому что не стартовый состав. Вадим Воронов слева играет в центре. Денис Воронов, номер 2. Вадим Абакумов, номер 78. После этого стартового Соловьев катит. Надо носить удар. Махоткин. А вот здесь можно так привести себе штрафной. Но благо успел там все-таки выбить. Грабец. Снова там на своем правом фланге. Да, Махов слева. Рябов в полузащите, и вот еще одного надо, да, и, собственно, Денис Верхов, и впереди Борис Махоткин, номер 10, поэтому здесь вот такой вот состав опасный, да, ну что же, надо забить, Соловьев, катят они здесь, что же делают и забивают, наконец-то. Да, ну, сейчас, мне кажется, там нервы болельщиков про футбол были настолько натянуты, да. Но заметь, три человека практически вратарской у профутбола, а рядом никого из Атлетики. И все на паузах. Сначала Шары мог забивать, да? Да? Казалось бы, сколько времени он держал этот мяч. Отдал Соловьеву, тот тоже, казалось, наверняка должен бить, но и он выдерживает паузу. На Черногаева, который тоже забил-то не с первого раза, да? Было время на то, чтобы его накрыть, но Черногаев еще успел подумать, и только после этого послал мяч в сетку ворот. 2-2. Если в первом тайме совершенно не получалась реализация у быстрой реализации профутбола, то сейчас вот как раз, хотя один-то гол тоже в начале забили, да? Собственно, сценарий, да, у нас повторяется пока что относительно первого тайма, да? Ну, посмотрим, также, да, как будет реализация момента во втором тайме и будут ли они вообще. Ну вот Атлетика-то в чем опасность, да, моментов не надо, потому что два подхода, по сути, даже полтора подхода, два мяча, феноменально. Да, ну, и заметь, да, Миша, некоторое перестроение Черногаева как раз выдвинули центральную
нападающим. Именно вперед. И вот он там, он единственный, кого нету на своей половине поля сейчас. Удар. Ну, здесь спокойно. Славьев. И подсказывает вам, что надо выбить. Выбить мяч, пока его как раз таки коллега в чувство придет. Хороший у нас в любом случае получается финал. Уже 4 забитых мяча. После матча в прямом эфире также будет награждение. Будут специальные медали, кубки, будут специальные призы. Ну и, собственно говоря, будут специальные от Adidas, нашего партнера, на призы. Поэтому будут различные награды индивидуальные и так далее. Но пока что счет 2-2. И победителя, наверное, затрудняемся мы сказать, да, Лена, будешь согласен со мной? Ну, здесь пока да, пока вообще непредсказуемо, да, и, во-первых, и минут еще много, да, осталось. Ну, и плюс игра такая, она непонятно, в чью сторону в итоге качнется. А и плюс мы с тобой же опять-таки не исключаем вариант, что матч в основное время может закончиться в ничью. Оба коллектива, собственно говоря, также пробирались сквозь терни пенальти. Как Атлетико, вот после этого шара и удар, или прострел это был. Нагаев. Неплохо, неплохо, нужно выйти здесь из обороны. А что там? А там желтая карточка. Желтая карточка Черногаеву, вот, я так понял, наверное, за футболку здесь прихватил своих соперников. И еще один горчичник получает. Ну, кстати, на этом турнире Профутбол сыграл на один матч больше, потому что они в своей группе вышли со второго места, играли квалификацию 5-0 у Суворова. Заодно в 1-8 финала уже был обыгран Олимп со счетом 2-1. Все вообще на тоненького у Профутбол на самом деле. Да, то есть, по сути, проходных матчей-то и не было. Ну, это команда сейчас точно. Я, да, после этого момента нет. Черногаев здесь делает неточную передачу. 2-1 был обыгран Олимп. Затем в полуфинале был... Если вообще... Не, да, в 1-4, прошу прощения, была обыграна Алания. Алания одна из фаворитов вообще была этого турнира, да, со счетом 3-5. Тоже не самая простая игра. Дальше в полуфинале была Пахта. Пахта западная, все западное. Миш, да, вот ты правильно подвел к этой мысли, я к ней тоже хотел подвести. Профутбол специалист по западным командам, да? Кто им не встречался, они всех обыграли. Тоже очень тяжелейшая была игра. В основное время закончилось 4-4. Там то Пахта вела, то вел Профутбол. И за минуту, даже, может быть, уже основное это время закончилось, Пахта выигрывал 4-3. Все шло к тому, что будет западный финал, как и в элите. Но в результате каким-то чудом, там, каким-то забросом за шиворот вратарю Пахты счет был, да, счет сравняли, да, и в результате по пенальти Профутбол оказался в финале. Атлетико вышел с первого места. Да, и в своей седьмой группе. Да, в 1-8 разорвал просто штурм со счетом 9-1. Затем на тоненького с юго-западным Ураланом сыграл 3-2, такой 2-0 проигрывал, да, Максим Киселев подсказывает, он помнит прекрасно эту встречу. Но вообще с калмыками вообще очень сложно играть, и всегда это очень упертые ребята, которые берут своим желанием, своей такой ответственностью, то, как они подходят к играм. Поэтому очень тоже была тяжелейшая игра, ну и в полуфинале также был обыгран Барс по пенальти. Да, ну и да, мы отметили проверить, да, здесь получилось, что так, наверное, больше Атлетико встречалось как раз-таки с командами Юго-Запад. Ну и сегодня у нас 2-2, хороший матч, 4 забитых мяча. Да, ну здесь несколько Кирсанов ошибается, да, с уводом этого мяча. У Профутбола Михаил Струнгарь вышел во втором тайме, вот по номерам 18, на левом фланге. Кстати, очень оживил левый фланг, и вот через него идет достаточно большое количество атак, очень активен. Видно, накопил вот эту энергию за первый тайм, тоже не выходил, и вот сейчас очень активен.
Да, ну и плюс здесь вообще всю левую бровку про футбол поменяли, да, и вот под 10-м номером Михаил Лавриненко. Также, то есть вот они, свежие силы, которые в первом тайме у нас не появлялись, а уже помогают про футбол действительно в тайме втором. Штрафной удар. Соловьев и Телков мяча. Стенки Абакумов и Гуртовой. Нет, уже один Абакумов. Как и у мяча, Соловьев уходит, подходит один. Телков остается, и Телков... Но все-таки разыгрывает. Попроще, да, попроще. Была ли там рука, непонятно. А вот здесь еще одна желтая. Еще одна. У нас уже три горшишника. Ну, здесь Грабец все правильно, наверное, делал, потому что была опасность контратаки не обязательно и, наверное, правильно сделал. Ну, за счет горчичника. Из логики эпизода вытекало это. Да, потому что все-таки Атлетика могла убежать в контратаку. А сейчас хорошо Федотову там, потому что он сейчас в теньке находится, и как раз все удары ему видны, в отличие от Капитона, который сейчас играет против солнца. Телков ставит спину, но здесь действительно его сложно с места сдвинуть. Грабец Соловьевым здесь на двоих неплохо. Справа нужен пас-центр, вот он сейчас, Черногаев, и удар. Удар следует. И пока что принимает защиту. Калижанов. А партнеров-то нету помочь сейчас. Да, хотел он за счет индивидуальных действий по флангу, но там и по страховке на самом деле работал, про футбол успевал. Вернуться в свою половину поля. Гуртовой, здорово. Махоткин, да, вот не поменялся с Гуртовым, как был в первом тайме. А сейчас как раз оба находятся на поле. Гуртовой на острие атаки, а Махоткин вот как играет на фланге. Да, но и все-таки вот здесь схема у профутбола такая, и прослеживается именно, что они в два центральных защитника играют. То есть это Телков и как раз-таки Михаил Стронгарь, вот именно в два этих игрока. Ну, что-то совсем не слышно болельщиков профутбол, да, Миш, хотя вроде и такая большая их россыпь. И флаги в руках у болельщиков, но вот пару раз они там погундели, как никогда сейчас поддержка, да, когда уже тяжело, второй тайм вообще тяжелейшее сейчас время для обеих команд, опять же. Да, сил все меньше, да, а как бы ответственности все больше. Да, плюс напомню, что это как-никак, да, ответственность есть большая, но все-таки это предсезонный турнир, потому что была трехмесячная пауза, и, конечно, футболистам в любом случае тяжело. Это тоже мы должны понимать. Да, ну и плюс, если, да, мы вообще в любительском футболе привыкли все-таки больше летом отдыхать, да, и где-то, ну, мы там в середине августа в сезон возвращаемся, да, и те, кто хочет, только играет летом, да, а здесь вот действительно из-за всех этих событий пауза у нас как никогда самая большая, наверное, была. Соловьев. Телков. Ну, здесь так осторожно играют футболисты профутбола. Ну, Атлетик успел сесть на свои места, и, по сути, каждый с каждым сейчас играет, и свободных зон практически нет. Вот подключает сейчас Телков касание Соловьева, и вот так все потихонечку, за счет передачи, все ближе и ближе могут подойти футболисты профутбола. Подбираются, да, так по сантиметрам. Здорово, Телков сделал всего лишь небольшое движение, их сейчас неточную передачу на... Шарова не получается. А глядишь, если дошла бы до Шарова, последовала бы наверняка обратная передача. И вот это тогда бы уже Телков выходил на очень опасную ударную позицию. Да, неплохо они так с Соловьевым, да, вроде бы между друг другом так пасовали, а в итоге действительно до опасного момента практически дошли. А вот здесь я пользу на профутбол. Кстати, вообще знаешь, что такое профутбол? Мне кажется, там спортивная экипировка или что-то такое. Ну, по названию, да, можно подумать. На самом деле, это школа футбола для взрослых в Москве. То есть, профессиональные тренеры, лучшие стадионы, футбольная тусовка. Все это вот про футболе. То есть, возможно, как раз футболисты, которые там играют, являются еще и взрослыми тренерами. Это
То есть это не просто какая-то сторонняя там организация. Там условно Соловьев. Это 1-1, неудачный фол. Удары. И вот он гол. Вот он гол. Идеальные действия. И вот если сейчас ты посмотришь, Миш, повтор вместе с вами, дорогие зрители, какой шикарный пас пяткой прошел сейчас на Соловьева. Да, да. Пас был просто гениальным. И какой номер? Это, по-моему, номер 15. Это да, Павел Соловьев, да. Конечно. Павел Соловьев после забитого мяча так развел руками, типа, ну, а что я мог еще, собственно говоря, сделать в этом эпизоде? Но пас был феноменальный. Да, действительно, украшение этого матча. Такой третий гол, но вот уже про футбол. Ведет 3-2, теперь уже Атлетика надо идти вперед. А да. если сила? И снова пас вперед. Здесь угловой, конечно, не будет трогать игрок профутбола. Сергей Черногаев. Все он прекрасно понимает, да. Но скажем, что это второй раз в игре, когда профутбол ведет во встречу. Мяч был забит, подскажет ли нам. По сути, в середине второго тайма, на 45-й минуте, поэтому половина тайма еще есть. И времени для того, чтобы сравнить, конечно, еще уйма. Но опять же, с каждым разом это будет все делать тяжелее и тяжелее, потому что силы, мы с собой отмечаем, уже покидают обе команды. Да и плюс жара действительно серьезная. Сегодня, сколько ты говорил, уже 25, да? Градусов 25. 27, но это, понимаешь, 25-27 все равно жарко, да, от этого. Плюс еще от искусственного газона тоже чуть повышается температура, и все это накладывает свой отпечаток. Конечно. Ну вот смотри, Миша, Царев после того, как он желтую карточку получил, да, Киселев его посадил, вот, не пора ли его выпускать или чуть попозже? Все-таки в атаке нужно как-то цепляться. И как-то сейчас добавлять. Может быть контратака в 2-2 получится. Гуртовой, Махоткин бежит слева. Гуртовой сам передача. Ну, читалась, конечно, читалась она. Может быть, Гуртовому стоило самому попробовать. И даже по его действиям читалось, что он точно бить не будет. То есть будет отдавать, поэтому футболисты про футбол были абсолютно спокойны. Тем не менее, угловой Крижанов идет. Его исполнять. Легкий навес на Махоткина. Но здесь Федотову прямо в руки. Хотя такой неприятный был удар с отскоком от земли. Вот здесь получился пас своему коллеге. Да, действительно, рукой через все поле Федотов капитаном отдал. Горобец здесь просто выгрызает. Мяч Соловьев нахуй найдет партнера. И будет 4-2. И это Шары. Эдуард Шары. Ну, здорово было. Шикарная сделано. Комбинация. Шикарная. Счет здесь 4-2 действительно становится. Да, ну и хорошо. Очень хорошо сейчас убежали футболисты про футбол. Да, ну и отметим вновь Соловьева, который должен, казалось бы, по идее, налево должен был подключить партнера. Дай даже просто передачу, но сделал вот эту великолепную паузу, дал возможность набрать Шарму скорость и вложил в ножку, где Шарму осталось только, собственно, увеличить свои преимущества своей команды. И счет 4-2. Ну, здесь все-таки рукой себе помог игрок Атлетики. Ну что, чем ответить? Западный коллектив. Потому что, ну, во первом тайме, да, мы видели, как этот футболист голы забивали, да, но вот во втором тайме профутбол уже да, более строго играет в обороне, да, ну и ничего своим соперникам сделать не дает. Ну что сейчас, Илья, как ты думаешь, есть ли шансы у Атлетика вытащить этот матч? Ну, как бы не хочется, конечно, хоронить Атлетику, но пока что я выхода из ситуации никакого не вижу. Ну, нужен вот, например, гол в ближайшие там 5 минут, это точно. Ну, даже много, мы можем уже 3 минуты. 3, да. 2-3, когда будет 4-3, будет уже полегче. Но при этом не пропустить. При этом не пропустить, это очень важно сейчас.
Да, потому что если иначе Атлетика, вот как мы сказали, в ближайшие там 3 минуты не забивает, то 2 мяча отыграть будет очень тяжело. А здесь кто? Посмотри, вот да, 2 человека Атлетики стоят и смотрят, что к ним мяч так докатится. Да, хорошая передача Нигуртамова. Вот он шанс. Махоткин. Вот он шанс, вот она контратака, которая должна была принести очко в копилку. Как раз таки Атлетики, да, но Даниил здесь в створ ворот не попадает. Ну, давай отменим, все-таки передача тоже такая была прыгающая, плюс видел, что догоняет его соперник, поэтому было непросто в считанные вот эти секунды принять мяч и сделать нанести точный удар. Черногаев идет к угловому флажку или нет, там будет из боковой, аут. Так хорошо, я так понимаю, Сергей у нас бросает. Ну да, действительно, там же мяч до вратаря Атлетики доходит, Соловьев. Ну, суть по тому, как складывается матч, наверное, Павлу Соловьева можно рекомендовать, да, на титул лучшего полузащитника турнира или MVP вообще турнира. Да, то есть вот здесь действительно его очень качественные действия в финале, да, пока что... Привык к тому, что трофей летнего кубка отойдет Профутбол. Ну, нужно какие-то перестановки в составе, это точно. Атлетики, да, может быть, и небольшие, но все равно нужно небольшой темп поддерживать. Хорош, Глух, хорош. Замена. Можно? Ну, да, замена. Ну что, вот Мистарев вперед. Вполне возможно, да, почему бы нет. Куртовой ошибается. Лежанов. И один там решил этот мяч протащить. Ну, немножечко движения надо тоже добавить Атлетика. Ну, легко говорить сейчас, да, когда сил уже нету, наверное, все-таки гораздо тяжелее. Но вот сейчас как раз Киселеву надо делать как вот эти перестановки, да, царя, допустим, отправить вперед, может быть, почаще менять футболистов, менять и так далее, да, чтобы дышали и были там по 2-3 минуты играли, чтобы были более-менее свежими. Ну, конечно, да, потому что, само собой, замены здесь никто не ограничивает, и вот нужно поддерживать. Смену. То есть действительно жарко достаточно, почему бы 2 минуты замен. Нет, можно играть. Кельжанов первый на мяче. Здорово, красавец здесь выгрызает просто мяч, но Махоткин партнера не поддержал. Хилков вместе с Таревым, оно там спокойно. Хилков играет на своего голкипера. Давай, Глух, давай, Кирюша. Соловьев, вот неплохой перевод сюда, Горобец, дальше, остается мяч в поле, Струнгарь и уже свои. Ну, я думаю, это, да, свои здесь все-таки, ну, если бы сейчас не защитник, да, Атлетики мяч, то в любом случае игрок по футболу точно отдали мяч штанги за ногу. Да, Вадим Воронов свои ворота. Отправляет мяч, и еще становится 5-2. Ну, вот это уже похоже на приговор. С такого, наверное, в данной ситуации отыграться будет крайне сложно. Ну, если так все и закончится, в любом случае, в этом летнем кубке у нас победитель будет западная команда, потому что в финале играет две западные команды. Совсем скоро, через полчаса, Атлетика, прошу прощения, конечно, Успенская и Феникс 9, да, сойдутся уже здесь. Но еще есть время, в футболе 8-8 случается и не такое, но... Будет это крайне сложно сделать, сотворить очередное чудо. Это, наверное, Максим Киселёв будет очень, его дружине очень сложно. Конечно, да и времени уже совсем немного остается. Ну, это штрафной удар, с этого штрафного уж точно надо забивать. 5 минут остается, вот, с копейками. Конечно.
неплохо. Сейчас в исполнении, по-моему, это был Вадим Воронов. Носил этот удар. Да, ну и главой. Угловой. Продолжится. Атака. Атлетика. Подобная подача. Вот Царев. И все. Все, можно быстро вводить этот мяч. Дойдет он до игрока профутбола. Доходит. Ну и забирает капитану, да, этот мяч. Так, непростая, на самом деле, ситуация, но так же разбирается. Ну и все. Все, здесь уже действительно, наверное, сил психологических, наверное, в первую очередь уже не остается у футболистов Атлетики. Ну, конечно, тяжело. Тяжело уже сейчас чего говорить. Вроде и надо, но силы чувствуются. Нету даже сейчас. А профутбол идет вперед. Профутбол старается даже здесь прессинговать на чужой штрафной. Смотрите, как борется сейчас, казалось бы, да? На чужой половине поля, но все равно до конца играет. Это Зафар Шарипов. Он, по-моему, вообще не выходил. Вот как раз сейчас вот погрызть, покусать, потому что можно сейчас. В принципе, да, игра сделана. Вот и Максим Киселев на поле появляется, да, под восьмым номером. Сергей Чинагаев уходит вместо него. Александр Горбунов у профутбола появляется впервые в сегодняшнем матче. Также Виталий Алексеев у профутбола на правый фланг под номером 12 появился. Но это говорит о том, что профутбол дает уже поиграть сейчас всем и почувствовать этот вкус финала. Да, ну и здесь уже, конечно, за результат не беспокоятся футболисты профутбола. Все, на самом деле, и Атлетика, и профутбол, все уже понимают, да, кто этот летний кубок выиграл. Киселев включается в этот эпизод, пытается там мяч отобрать. Коллективный отбор получается. Глухов, Гуртовой может уйти, но здесь только грамотно фолит, вроде и не на желтый, но при этом достаточно далеко от ворот. Бортовой будет исполнять штрафной удар. Ну что, штрафной, ну вот только лишь немножко сократить отставание в счете может Атлетик в этом матче. Гуртовой, разбег. Как показалось, несколько вытолкнул Абакумов. Сейчас, но Соловьев там первым еще будет, конечно же. Оставляет мяч в поле, очень здорово. Дальше передача в центр. Все равно, Илья, согласись, подводил некие такие итоги. Но, может, сейчас Глухов закончится эта атака забита мячом. Нет, там три футболиста. Порфутбол ложится под этот мяч. Киселев. Передача не точная. Подводя итоги, да, этого финала, все-таки 7 забитых мячей, это более чем достойно, согласись. Да, ну и плюс, как бы, действительно, интрига жила очень долго, и было вообще абсолютно непонятно, действительно, кто выйдет. Здесь, ну, наверное, главный итог, да, сил у профутбола на этот финал точно больше было, ну и плюс замены. Замены здесь у этой команды сыграли. Ну вот, послушали разговор арбитров, скорее всего, не будет добавлено на время. Но, по сути, да, остановок-то и не было у нас во втором тайме, каких-то длительных. Замены сейчас не добавляется время, поэтому, наверное, если сыграть ровно сейчас 30 минут, будет, наверное, правильно. Да, ну и плюс, как бы, ну что здесь еще затягивать? Уже будем переходить, да, к церемонии награждения. Все окей, показывает Михаил Першин. Ну и также показывает он, что действительно, как мы и думали, ничего добавлено в этом матче не будет. Это, понимаю, практически основное время к концу подошло. Ну и профутбол молодцы. Молодцы, как мы уже говорили, был у них очень непростой путь к этому финалу, как, собственно, и у Атлетики, да, но... Это сильнейший все-таки.
Ну, первый хороший первый тайм получился, когда Атлетика было силы. Но вот в начале второго, где-то вот минута сороковой, Профутбол забил свои два мяча, наверное, ключевых. И вот Атлетика не сумел вот, минуты сдержать этот натиск. И все, Профутбол становится победителем летнего кубка Запада, Юго-Запада в дивизионе «Народ» со счетом 5-2 обыгран. Атлетика 19-98. Друзья, мы не уходим из прямого эфира. Буквально через несколько минут мы вернемся. Ну что ж, наш финал. Первый, поэтому далеко, пожалуйста, не уходите, да, но первые такие итоги мы небольшие. Подводим, да, еще раз я вам напоминаю, что церемония награждения у нас сейчас, победитель у нас летнего кубка в номинации. Точнее, не в номинации, а просто победитель летнего кубка, это у нас команда Профутбол, да, ну а сегодня проигравший это Атлетика 19-98. Что ж, здесь специальные призы сейчас от нашего генерального партнера и спонсора Adidas. Вот сейчас как раз-таки лучший вратарь, футбольный клуб Атлетика, Юрий Капитонов, действительно индивидуальный приз. Очень здорово он сегодня, ну и по ходу всего, на самом деле, турнира. И пенальти отбил в полуфинале. Да, вот и также лучший защитник футбольный клуб Атлетика Царев. Также вот проводил он весь этот, кстати, летний кубок именно с позиции последнего. Переходим мы к лучшему полузащитнику, это Сергей Черногаев, Профутбол. Ребята, это его, конечно, партнеры по команде, подскажут, что берите солнце, слишком загорелый у нас Сергей. Ну, действительно, видно, да, что футболист достаточно уже возрастной, да, по меркам футболистов, но очень-очень полезный. И переходим к MVP. К MVP турнира Павел Соловьев также. Профутбол. Молодец. Молодец сегодня Павел. Почему MVP? Потому что, ну, если вы матч вместе с нами смотрели, Профутбол, да, и Атлетики, действительно, Павел Соловьев внес, наверное, самую главную лепту в победе команде в белой форме. Ну и, конечно же, наградим и серебряными медалями, да, финалистов. Это команда Атлетика 19-98, да, как делали мы картинку к превью к этому матчу, да. Возьмет ли свой первый трофей Максим Киселев? Нет, не в этот раз, не на этом летнем кубке, да, будут еще, конечно же, у нас турнир. Во-первых, у нас и сам чемпионат есть, да, об этом мы не забываем. Ну и, конечно же, зимние летние кубки, а также просто кубки Запада, кубки Панова. Ну и разных у нас есть много небольших турниров для команд, да. Говорю спасибо большое Атлетике. Действительно, хорошее выступление, очень, как мы говорили, непростая сетка у них была, и непростой очень ход у них был, но в итоге до финала дошли, да, но проиграли. Ну и победитель летнего кубка команда Профутбол получает свои золотые медали. Да, индивидуальные призы этой команде мы уже раздали, да, ну и теперь медали уже самые высшие пробы, ну и, конечно же, подождем самого главного, да, поднятие именно этого летнего кубка в дивизионе «Элита». Uh,
Молодцы, молодцы. Про футбол, да, как мы уже отметили, эта команда официально у нас становится экспертом по проходу команды с запада. Потому что действительно, как мы уже говорили, у нас и про футбол, да, и прошли и Олимп, и Аланиум, и Пахту, и вот теперь еще и Атлетику. То есть весь Запад они выиграли. Весь Запад уже они обыграли. Тем временем уже подходят футболисты и Успенского, и Феникса. Они уже готовятся к своему финалу. Ну что ж, вот оно, вручение. Вручение кубка летнего. Ура! Ура! Поздравляем мы еще раз про футбол. Действительно, ребята молодцы. Вручается этот летний кубок голкиперу, и вот он, подъем, действительно эмоциональный во всех смыслах, ну и достойная, хорошая победа команды профутбол из Юго-Запада. Ну и, конечно же, самое главное, командное фото, ну и всем немножко подержаться за этот кубок, да, возможно, что-то в него уже теперь можно и налить, вот, ну а... Мы с вами будем потихоньку подходить к концу. Вот. И говорить вам спасибо большое, что смотрели, следили за нашими трансляциями. Все, сезон уже совсем-совсем скоро вернется. Уже на следующих выходных официальный чемпионат из Запада и Юго-Запада продолжится. Что с вами был я, Лукьянов, и Михаил Меркулов. Спасибо большое, что смотрели. Не уходите совсем далеко. Сейчас будет еще один финал, только в дивизионе «Элита».